Всем привет! Сегодня у меня вот такая посылочка с магазина InGarden. Здесь гель-лаки. Брала я их по акции. И сейчас мы с вами откроем и посмотрим, что тут за гель-лаки. Вот так упаковано. Все запечатано. Так, как сюда подобраться? Открыть эту заветную коробочку. Так, ну и здесь тоже так же. Вот так это все выглядит, все запаковано. Так, ой, посмотрите, это, я так понимаю, такие подарочки, конфетки или жвачки. Очень интересно. Вот это поворот. Да, видимо, такие конфетки. Три штучки положили, посмотрите. Интересно. Давайте одну откроем прям. Леденцы такие. Прикольно. Ладно. Пососем попозже. Так, значит, здесь идет накладная. Акция гель-лаки от фирмы InGarden. Они с разными ценами были, но по акции, когда берешь 10 гель-лаков, получается 1000 рублей. С доставкой вышло 200, еще 290, то есть 1290. Очень хорошая акция. Я не знаю, зайдите на сайт, ссылочку оставлю. Возможно, она еще действует. И будем теперь смотреть, что за лаки. Так. Все запечатано, как видите, хорошо. Разбиться тут шанса нету. Открыть тоже, наверное. Ух, елки-палки. Без бутылки не разберешься. Так, ладно, давайте как-нибудь сбоку открывать. Замотали, так замотали. Заботятся о качестве товара, то есть это очень хорошо. Вот так все замотано, перемотано. Разматываем. И смотрим. Вот они, красавчики. Все пузыречки целенькие. Так. Сейчас выставлю их в рядок. Сами пузырьки уже радуют глаз. То есть такие красивые, нарядные, блестят, все разноцветные. Номера видно, и также цвет гель-лака видно на всех. Посмотрите, какие красивые. И что мне нравится, что у них у всех есть название гель-лака. То есть вот Чоко Шелк номер 60, 11 миллилитров состав. Вот, и все указано сзади, вся информация, производитель. То есть вот можно почитать состав гель-лаков. Так, ну и выкраску мы теперь сделаем и посмотрим. Все 10 лаков пришли. Все аккуратненькие. Как видите, нигде ничего не разлилось. Давайте посмотрим, их откроем. Консистенция жиденькая такая, приятная. Я не люблю густые лаки. Я надеюсь, что очень хорошо они будут ложиться. И с ними будет легко работать. Давайте теперь сделаем выкраску и посмотрим. Переходим к выкраске. Отодвигаем подальше, чтобы не мешали пузырьки. Значит, первый номер 49, вербена. Вот такой красивый розовый цвет. Нежный, приятный. С
Кстати, запах у этого гель-лака напоминает обычные лаки. То есть присутствует ацетон, видимо, в них. Ну вот в один слой лег прекрасно. Сушим первый слой. Наносим вторым слоем. Очень нежная такая кисточка, мягкая. Гель-лак самовыравнивается, то есть хорошо ложится. Видно, что никаких проплешин не остается. Следующий, номер 82, цветок фуксии. Тоже такой красивый, насыщенный фиолетовый. Здесь в один слой не обойдется, надо наносить обязательно второй. Этот лак более жидкий. Ну, хорошо выравнивается. Сушим первый слой. Наносим вторым слоем. Вторым слоем хорошо перекрывает. Посмотрите, красота. Очень красивый. Он с мелким таким шиммером. То есть есть какая-то перламутровая основа в нем. Очень красивый цвет. Следующий номер 50. Аквамарин. Вот такой красивый. Посмотрите, какой цвет шикарный. Мне очень понравилась кисточка, я не знаю, такая мягкая. Ей так приятно красить. Она как будто сама прокрашивает, даже никаких действий не нужно делать. Так, в первый слой, конечно, у нас маловато. Ставим сушить. Наносим второй слой. Вторым слоем хорошо все перекрывает и хорошо выравнивается. Никаких проплешин, все отлично. Сушим. Следующий гель-лак номер 62. Гранат. Ой, вот такой красный. Прям посмотрите, с каким он шиммером. Шикарный перламутровый такой цвет. Просто прелесть. В два слоя будет шикарно совсем. Очень красивый. Для любителей красных, алых оттенков. Это то, что надо. Наносим второй слой. Какая красота. Ставим сушить. Следующий. Номер 60. Чоко-шелк. Это такой насыщенный коричневый цвет. Ой, даже он, знаете, он с золотыми блестками. Он вообще черный с золотыми блестками. Но его тоже надо тут в два слоя по-любому. И будет играть всеми красками. Прелесть. Ставим сушить. Наносим второй слой. Да, вторым слоем. Очень красиво. Получается на черной подложке такие золотистые, темно-золотые вкрапления. Блестки. Очень красивый цвет. Сушим. Следующий номер 185. Велюр. Тоже красивый. Вижу, что цвет такой. Ой, какая прелесть. А. Припыленная такая роза. Даже не роза. Но
Очень красивый цвет, оттенок такой. Первый слой суши. Наносим второй слой. Красота! Следующий гель-лак номер 52 терракота. Такой оранжевый, прям посмотрите. Интересный такой оттенок. Даже он не столько оранжевый, сколько какой-то кирпичный такой цвет. Действительно терракотовый. Интересный. Ставим сушить. Наносим второй слой. На удивление, вторым слоем так хорошо перекрывает. Вот первый слой наносишь, кажется, что бледненький. Вторым слоем отлично перекрывает. Цвета получаются яркие, насыщенные. Ставим сушить. Следующий, номер 34. Спелый виноград. Тоже вижу, что какой-то красивый. О, ну да, тут такой цвет, и знаете, более плотный, чем все остальные. Тут даже в один слой хорошо ложится. Но мы сделаем один тоненький слой, вторым перекроем. Это мусор какой-то попался. Очень красиво. Ставим сушить. Наносим второй слой. Буквально в три движения кисти. Красота. Следующий, номер 149. Сангрия. Тоже похож на гранат. Оттенок. Посмотрите, какая прелесть. Ой-ой-ой. Здесь действительно сразу вот с одного слоя шикарный. Тут даже второго слоя не потребуется, наверное. Он похож, но гранат более алый, а этот более такой уже идет к бордовому. Красота! Ставим сушить. Шикарный лак. Даже не знаю, наносить ли второй цвет слой, потому что тут в один вообще отлично лег. Прелесть. Очень похожи вот эти два цвета, но этот более темный, а этот более такой алый. Видите, да? Ставим, сушим. И последний, к сожалению, цвет фиалка, номер 75. Вот видите, немножечко не совпадает. На пузырьке цвет более темный, а на самом деле более светлый. Он похож чем-то на вот этот цвет, но более светленький. И идет с вкраплениями, то есть с блестками. Более светлый такой. Да, тут два слоя, конечно. Ставим, сушим. Наносим второй слой. Ну вот, видите, да, вторым слоем перекрывает. И уже он более темненький, такой приятный, нежный оттенок с блестками. Красивый. Сушим. Ну вот, вот такие 10 красавчиков. Мы с вами их посмотрели. Сделали выкраску. Сделали выводы. Очень хорошие гель-лаки. Красивые цвета, яркие, сочные. Ложатся в два слоя. Но один гель-лак, самый больше всего мне понравился, вот этот Сангрия, он прекрасно ложится в один слой. То есть вот он. А остальные желательно в два. Красивучие лаки. Заказывайте. Ссылочку оставлю. Возможно, акции еще действуют. Я очень довольна покупкой. Буду заказывать еще в этом магазине. Все. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. И до новых встреч.